Я, товарищи, работаю генеральным секретарем партии. И работа отнимает у меня много сил. Но когда в стране нужно навести железный порядок, я всегда достаю Сникерс. Алло, стану слушать. А что мешает нам навести порядок в комиссариате внутренних дел? Ах, вот как. Тогда вызовите ко мне товарища Ежова. Спасибо. Товарищ Сталин, вызывали. А, это вы, товарищ Ежов. Садитесь, садитесь. Вот нам господин Рузвельт шоколадку прислал. Попробуйте, пожалуйста. Спасибо, товарищ Сталин. А, Сникерс. Съел и порядок.